Всем приветик. Я немножко приболела. Короче, у меня настолько вчера сильно была головная боль, что мне пришлось вызвать скорую. Скорая, конечно же, не приехала. Они позвонили, спросили, все ли у вас нормально, все ли у вас хорошо. На что я им сказала, что мне очень плохо, и у меня настолько сильно болела голова, что я просто орала и рыдала от боли. Но скорая все равно не приехала. Я уснула, утром проснулась опять же таки с головной болью. Просидела возле санузле очень долгое время, потому что мне тошнило сильно. И поняла, что на работу я просто попасть не смогу, потому что состояние у меня было ужасное. У меня до сих пор голова болит, и кажется, что вот она вот должна сейчас просто лопнуть. Я позвонила на работу, сказала, что я на нее просто не выйду сегодня, и поэтому я сегодня дома с Кирюшкой сейчас. Смотрите, у меня такая пижамка и вот штанишки. Классненькие, да, до Кирюшки купили пижамку и штанишки. Вот. И мы, ну, конечно же, что мы можем делать в свой выходной день? Если мама не убирает, не готовит, то Кирюшка обязательно будет делать уроки. Потому что она на данный момент уже болеет. В школе очень-очень холодно, и поэтому она сидит сейчас дома, приболевшая. Ну, то сегодня еще и завтра, да, Кирюха, она сегодня будет еще сегодня и завтра посидит. И в понедельник уже пойдет в школу. Думала ее завтра уже в школу отправить, но не отправлю. Почему? Потому что нужно взять справку. И не хочу еще пока ее отправлять, так как что? Так как хочу, чтобы она уже окончательно выздоровела, чтобы можно было спокойно идти в школу. И Кирюшке, кстати, купили уже все вещи потеплее, купили пару гольфиков, купили свитерочек, я уже показывала. И еще я купила ей лосинки, такие типа джинсы, лосинки вельветовые, вот тоже теплые. И как раз вот на такую погоду, как сейчас. Кстати, сегодня на улице тепло. Прошел дождь, ветра нету, ну и реально на улице очень тепло. Мы сейчас с Кирой поделаем уроки и пойдем немножко пройдемся. Он у меня даже синяки под глазами или мешки. В общем, настолько было плохо вчера. Это был первый раз, когда у меня так сильно болела голова. Так, ладно, а мы будем делать уроки. Выровняйся, ты чего так согнулась опять, как гусеничка? Тут прикольчик. Надо каллиграфичную хвилинку делать какую-то, и надо выбирать, какая красивее цифра. Так по всем предметам. Только без английской мовы. Так, сейчас Кирюшка написала. Мне кажется, вот это. Два, да-да-да. Ну, вот это мне еще нравится. Но вообще тут у тебя, мне кажется, все очень красивые. Надо, ну, выбрать. Ну, выбирай тогда любую, какая тебе больше нравится. А может, вот это? Вот это? Ну, давай. Красоту такую. А здесь чего ты тогда не сделала вчера? Сделала вот. А, вот так вот? Еще надо обязательно нарисовать свое настроение. Да. Какое у тебя сегодня настроение? Хорошо. Видимо, хорошее, потому что мама дома, да? Угу. Где носик? Вышли с Кирюшкой на тренажерную площадку. Кира тут решила спортиком позаниматься. Угу. Сейчас она будет качать себе спину. Все, покачала уже? А теперь пошли, может, пресс покачаем? Спортсменка. Смотри, как классно. А ну, Сирай, давай. Руки за голову. Или вот так, да. За голову просто сложнее будет немножко. Да? Угу. А? Наоборот. Серьезно? А мне за голову сложнее. Сколько было? Ну, 4. Да. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Не надо раздеваться, Доти. 12,
13, 14, 15. Ну, а теперь, может, пошли на полазим? Ручки потренируем. Еще, ого, как ты много можешь, молодец. 20. 21. Я один раз сделала только 40. 40, это очень много, да. Нет, мы не будем раздеваться, дочь. Я понимаю, что на улице сегодня очень классно, свежо. Вот когда Кирюха так делает, мне очень страшно. С ума сойти. Это адреналин? Ты адреналинщица? Это адреналин. Если тебе это страшно, тогда это адреналин. Понятно. Ну что, пойдешь вот на ту? А, ты здесь что-то будешь делать? Давай. А подтягиваться умеешь? О, ничего себе, я вообще ни одного раза не умею подтягиваться. А ты, смотрю, вообще какая умничка. Жарко. Что, теперь ты наверх лезешь? А ну давай, получится ли у тебя? Вот тут висеть не очень удобно. А вот тут классно висеть. Подписывайтесь обязательно на меня. Кто не подписался, я обижу. И обязательно подписывайтесь. Пузо торчит. Торчит. Так, ну сегодня как не могу Киру попросить, чтобы она пролезла, как бибизянка, ну, с одной ладно, стороны на другую больше. Сторону. У нее так это хорошо получается всегда. Давай, Кирюшка. Странно. Странно. Ты самая первая будешь? Да, давай. Шантюся пришла. Шантюська. Привет, красавица. А где Мишка? О, давай, Кирюх. Скользко. Мокро. А, да, мокро, скользко и, скорее всего, не получится. Не, не получится. Ну но тогда слазь, то? Пошли водички наберем. А вон там и Мишка бегает, смотрите. Мишаня, иди сюда. Смотрите, зато есть такая. Ну, посмотри. Смотрю, смотрю. Вот, есть такая. О! Нет, мое сердце такого не выдержит, Кирюх. Ты что? Это не для меня. Это для меня очень страшно, когда ты так делаешь. Все, зайка, пошли. Кстати, смотрите, какую у нас площадку сделали для собак. Для маленьких собак и для больших собак. Очень крутую. Пошли попробуем наших подрессировать. Это легко, я не хочу. Вот, смотрите, вот эта площадка для маленьких. Такой сильный ветер, я, конечно, извиняюсь. А вот площадка для больших собак. Шанти. Открывай. Ты Шанти иногда ходи. Шантюся, пошли. Она тоже, наверное, очень что-то вкусное кушает. Быстро иди сюда. Давай, давай. Пошли. Идем. Заходи, Шантюсь. Она зашла. Так. Смотри, видишь, как она делается? Ты понимаешь? Ага. Так, Мишка, ну что, поехали. Миша, Миш, Мишуля, Миш. Когда ты тут, он вообще... А ну, подержи, я попробую. Не, подожди, Миш, Миш, давай. Давай. Миша, Миш. Ой, молодец. Молодец какой. Ой, мама. Ничего Миш. Себе. А Миш. Тут, Мишка, ты будешь Мишу... тут? Конечно, он на все, он даже там лазит, там, где большой треугольник. Мишка, иди сюда. Мишечка. Мишу. Ты где? Мишка.
иди сюда, Миш. Там, Миш. Ой, какой ты молодец. Теперь спускайся. О, Шанти, да ты смелая собака. Ничего себе. Шанти. Да Шанти. Боже, посмотри, что они делают, пачкают. Шанти. О, Мишка молодец. Давай, спускайся, спускайся. Мишанька, иди. Ай, молодец. Шанти, иди сюда. Шанти, иди сюда, Шанти. Она только залазит, она спуститься не может. Умничка, Шанти, умничка. Шанти, Шанти, Шанти. Давай, пошли, Миш. Спускайся. Ай, какой молодец. Супер пес. Шанти, ты вреднюся? В общем, вот такие вот у нас собачки. Шантик, вернее, собачные площадки. О, Кира решила Шанти все-таки научить. Ой, Шанти, молодец какая. Она теперь не слеет. Она теперь просто не слеет. Шантюська, иди сюда. Шанти, иди сюда. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Давай, давай, Шанти. Ой, какая ты молодец. Давай, 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 давай. Шантик, давай. Ой, я сломала. Шантюся, спускайся, иди сюда. Давай, девочка. Пойдем, пойдем, Шантюшка, пойдем. Шантюсенька, иди ко мне сюда. Иди сюда, иди, иди сюда, давай. Шантюся, Шанти. Шанти. Давай, спускайся, спускайся. Спускайся, давай, давай, давай. Давай, давай, Шантюся. Киришка, ты отойди, она спустится, она же там не останется. Она сейчас будет думать, с какой стороны же ей спуститься. Она прыгнет. Нет, ты что? Да что, она прыгнет. Шанти. Шанти, давай, спускайся. Шантюська, спускайся. Спускайся, Шанти. Давай, 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 Шанти, не бойся. Она только спустилась в первый раз. Шантюська, иди сюда. Иди сюда. Иди, моя красавица. Давай, пошли. Шанти, идем. Пошли, 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 пошли. Шантюсенька, малыш, давай, давай, давай. Шанти, нельзя туда. Там будет Вава на лапке, Шантюсь. Давай, пошли. Идем вместе, пошли, пошли, пошли. Идем, 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 идем. Пошли, 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 иди сюда. Шанти, Шанти, иди сюда. Боже мой, какая же ты трусишка. Ладно, спускай ее, Кирюш. Смотри, она один раз спускалась, только с этого. И с этого легче спускать. Да. Пойдем, пойдем, давай, давай. Ай, молодец. Тихо, тихо. Тихо, давай. Ты вот так делаешь, давай. Ну только что ты спускалась. Ну не бойся, ну ты. Ладно, у нас есть одна собака, которая не научит ничему. Это наша Шанти. Все, Котя, берем бутылку, пошли наберем водички. Опа. Что, Мишка, лапку повредил? Неправильно. Пошли. Все, спускаемся, идем. Идем. Ну ладно. Вредина. Вредина ты, мама моя. Идем воды наберем. Пошли. Выходим. Держи бутылку. Я сделал вот так. Миша! Ты вода, ты вода. Да, идем сейчас наберем водичку. У нас есть бювет. Мы сейчас в бювете наберем чистенькой, вкусненькой воды. Потому что в кране вода просто невероятно ябяка. Он Шанти догоняет. А где крышка, зайка? Вот она замораживает. Там еще не все хорошо. Надо приносить маленькие банки и вот класть в морозильник. Все, пошли? Да. Все, мы тёпаем домой, там машина едет. Шанти, стой! Шанти! Стоять! Иди сюда, Шанти! Сейчас проедет машинка, и мы дальше будем идти. Миша, стоять!
Я своих собак научила, что вот на этой дороге, если я им говорю стоять, значит стоять. Кира, вот она реально грязная, а ты ее берешь на руки. Смотри. Посмотри на свой чистый свитер теперь, давай посмотрим. Покажи. Чистый свитер? Идем. Смотри, у нее коричневая полоска, оказывается. Темная. Да. Это у нее на позвоночнике просто шерсть. Как, я не знаю, как это, как пробор. Смотри. О, птичка бедная. Шанти, Миша, фу. Бедная птичка, но я ее не словлю. Я когда-то уже пробовала так словить. Кирюшенька, зайка, не надо. Птичка потом сама разберется. Давай попробуем ее. Шанти, Миша, фу. Смотрите, словили мы голубя этого. Через голову. А вот. Ну, так. Надо будет обязательно потом дома помыть руки. Все, смотри. Все. 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 Все, спасли мы птицу. Беги. Решили теперь поиграть в... Как эта игра называется? Твоя карточка. Эта игра называется Make and Break. Сделай и собери. Здесь у нас есть кубик, да, кот? Да. Этим кубиком надо бросать и говорить до... То есть считать до 15. Например, там было 3, я говорю 4. Бросаю кубик. В это время 5. В это время игрок должен собрать... карточку, ту, которая у него на картинке. Сейчас Кирюх, будет ты собираешь не такую, да, карточку? Просто собирала, наверное, фигурки. Ну, я хочу собрать, знаешь, какую? Нет, так мы, ну, я рассказываю сейчас правила. Нужно собрать карточку по картинке, то есть фигурку по картинке, по карточке. Здесь есть разные уровни сложности. Есть уровень сложности 1, есть уровень сложности 2. 2 и 3. Есть уровень сложности... И 4. А где тут 3? А, вот. Есть уровень сложности 3. И 4. Вот, это самый сложный. И 4. Есть, нужно фигуры расставлять в цветовом порядке. Посмотрите, пожалуйста. Судья. О, сейчас все будут тут поплещуть. Да, а есть нужно карточки собирать в, боже мой, без цветовой порядок, без цветового порядка, вот. Просто собрать нужную фигуру без цвета. Мы сейчас я все карточки выбрала, перемешаем. Но я вот эту выбрала. Что значит выбрала? Но мы себе все карточки выбрала. Перемешали. Все карточки мне перемешали, и ты достаешь одну карточку с середины и начинаешь мне считать. Ну, давай. Я уже... Хорошо, давай. Ложи. Кто считает? Я считаю. Ты, подожди. Ой, ты считаешь, я собираю. Нет, давай. Я. Ну, давай, хорошо. Просто Кира себе выбрала самую легкую фигуру. Давай. Давай. Два. Все. Все, я успела досчитать только до 5. Молодец! Ну это а, да, точно, до 2. Ну это была легкая фигура. Так, Кирюх, давай, выбирай. Я себе выбираю фигуру сама. Так, я просто вообще с общей кучей выбираю себе фигуру. Та-дам! Так, Киря, давай. Начинай. Раз, два. Ну. Не успею так читать, как ты так рано. Давай, начинай. Раз, два, три. Два. Три. Четыре. Стоп. И я собрала фигуру. Ту-дым. О, нет. А, Кира, я не собрала до конца. Представляешь? Я проиграла. Да, я проиграла. Выбирай. Ставь. Я считаю. Подожди, ты собираешь. Подожди. Нет, без подожди. Все, поехали. Два. Пять. Семь. Восемь.
Я успела досчитать до 8. Молодец. Давай 5. Так, ноль так и остается. Так, так и остается. Так, это мне. Ты выиграла. Теперь я мои выиграю кубики. И я себе вот... Нет, я не хочу такими легкими. Я возьму вот, например, вот такую вот троечку. Так, Кирюха, раз. Подожди, считай, давай. Без подожди, раз, подожди. Без раз, подожди. Два, три, начали. Один. Два. Боже мой, я совсем запуталась. Шесть. А, что первым надо ложить? Семь. Вообще запуталась. Восемь, девять. Десять. Стоп. Десять. Вы посмотрите на эту фигуру. Десять, и сейчас я проверю. Ой, она упала. Ну да ладно, я все равно ее успела сделать. Так, а что мне поставить на место? Смотри, было так. А, было, Доца, вот так. И было вот так. Вот да, правильно. Правильно? Да. Так, ну и, Кирюшка, твоя последняя очередь. Почему последняя? На кубик. Я там выбирай себе карточку. Выберу вот эту. Давайте. Начинаем. Что же у меня постоянно пустые выпадают? Три. Стоп. Пять. Стоп, ты до трех. Посмотрите, правильно? Правильно. Правильно. Кирюха, супер. Я тебя люблю, зайка, ты у меня умничка. И все.